Привет! Приглашаем тебя на новый сервер хардкорной ванильной анархии. Практически никаких плагинов, полный хардкор. Никакого доната, нет тупых школьников. Самые мощные сервера, лагать не будет даже на ведре. Только у нас, версия 1.19.2. Идем играть с нами. Золотой. Это самый крутой, блин. Да. Что за брат? Абрикос, Матлер. Да, это он. Опа, сосать. Мастер. Ой, пензел, сука. Да. Дедушка Мороз, ты паточек к нам принес, мотоблок нам показал, да. А я жестко ща насрал, насрал. С Новым годом. Вот это тут не приветствуется. Тебя тоже. Спасибо большое. Смотри, смотри. Сейчас рапич получит, смотри. Лес. Ого, сука. Ля. Что за бред? С новым мотоблоком пожилое женское животное, женатик Ванючка. Спасибо, спасибо, братья. Тебя тоже спасибо. Это я, вот это точно я. Что за бред, а? Ой, какая дрянь, а? Сука, брат. Это брат, пацаны, это все брат. Тебе банчучу. Твою мать, сука! Обосрался. Блядь, обосрался! Еще раз обосрешься, сам будешь жопу быть. Да, сука. Что за брат? Ну что это за брат видео? А в чем практик? В чем практик сейчас? Не понял, что-то. Концепция утеряна. Это видео называется «Утерянная концепция». Это брэк. В чем брэк, что-то не понял, Жас. Я не понял, в чем брэк. Ну, происходят такие некие бои здесь для фокуса на сцене, Жас. Рапич, как обычно, был попущен всеми. Вот. Ну, а почему я обосрался-то? Что это за брэк, пацан? Почему я обосрался? Все же нормально было. Пена стоит, смотрю. Раз. Улетел.
молекулы. Ну. Так и что дальше, сука? Почему я посрался? Нет, это бред. Ну, я засрал, и что? А зачем это видео вставлять? Это ж бред. Переделай, я ничего не понял. Твою мать, сука! Не, ну мне приснился сон, типа вот тут, фу, а чё я обосрался? А не, а чё там в том сне такого, что мне оно приснилось, типа, бред же, пацаки, ну это ж бред, зачем я обосрался? Ладно, мне страх какой-то там приснился там, да. Сам бы жопу быть, понял? А, это я типа контента навалил или чё? Что за бред? Я понял, я сам. Короче, опять меня, сука, подковырнули, сволочи. Опять меня унизили.